Новый детский сад «Ясли Марамыс» в ауле Хельбурган Абазинского района заработал. Он введен в эксплуатацию для малышей в возрасте от 1,5 лет. Вместимость дошкольного учреждения составляет 80 мест. Альбина Аламкова продолжит тему. Современный детский сад «Ясли Марамыс» построен в рамках реализации национального проекта «Демография» в части содействия занятости женщин, доступность дошкольного образования детей. Его площадь составляет 1200 квадратных метров. В нем предусмотрены прогулочные зоны и площадки для игр и отдыха. Музыкальный зал просторный. В нем проводят занятия по физической культуре и разучивают песенки. Знакомство с учреждением оказалось увлекательным. Здесь не просто чисто, но и уютно. Детский сад, в который хочется войти и остаться, или хотя бы провести целый день. В нем расположены 4 группы с комфортными, игровыми и уютными спальнями. Общение с малышами приносит удовольствие. У них эмоции неподдельные. Дети любят то, что им интересно. Рады гостям и с большим удовольствием рассказывают о новом детском саде. Для каждой возрастной категории разработана своя развивающая программа. Мы там кушаем, мы иногда так уходим в зал, танцевать и говорить что-то. В музыкальном зале игрушки, столики, стулики. Тут мне все нравится. Садик очень просторный, светлый. Здесь комфортная мебель, очень много игрушек. И наши детишки с удовольствием ходят сюда. Конечно, это долгожданное событие. Администрация района много усилий приложила для того, чтобы это событие состоялось. По словам заведующей, все педагогические работники – творческие люди. Каждый вовремя проходит аттестацию. И самым главным условием работы персонала является любовь к детям и желание подарить им радость, знания и частичку души. В новом здании у всех позитивный настрой. Конечно, первый взгляд деток не сравним ни с чем. Вот эти веселые глаза, восхищение, которые загорелись и до сих пор горят, наверное, ни с чем не сравнить. Здание большое, уютное, светлое. А под таком здании мечтали и коллектив, и детки давным-давно. Еду детям готовят в новом пищеблоке, используют современное технологическое оборудование. Малышей балуют либо рыбными блюдами, либо мясными. Летом, естественно, будет больше свежих овощей. Альбина Ламкова, Альбина Темирова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, Абазинский район.